тихой и послушной, мама. От этого страдаю я. Эти учебники и ноты, эти компьютеры и счеты, видно, влияют плохо на меня. А мне бы пить и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть весь дом вверх дном, дразниться знаек и зануд, смеяться с собственных плечов, с ума сводить честной народ и никаких забот. Куклы давно я не играю, быстро обиды забываю. Ребенок, в общем, непростой.